свободе все. Полина, иди посмотри, чтобы нам никто не помешал. Хорошо. Девчонки, скоро 23 февраля. Что мальчишкам дарить будем? Полин, а ты почему здесь? Да вот класс закрыт, ключа нет. Ну хорошо, я сейчас принесу. Давайте им ручки подали. Это банально. Давайте по футбольному мячу. Ага, они потом все стекла разобьют и скажут, что мы виноваты. Нет, давайте по игровой приставке. А то что, это же дорого. А давайте мишек подарим. Нет, давайте шоколад. А давайте книги. Ага, ты думаешь, они их читать будут? А давайте пеналы. Да, они же у всех есть. А может быть, пластилин, блокноты и фломастеры? Стойте, я придумала. Давайте им туалетную воду купим. Да! Здорово! Класс! А у меня, кстати, каталог есть. Можно со скидочкой заказать. Кайф, какой запах. Да, супер. Крутой подарок нам девчонки подарили. Давай девчонкам на 8 марта тоже духи подарим. Точно, они тоже рады будут. Нет, только не духи.